Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Realme 8 сделать сброс сетевых настроек. Для этого переходим в настройки, затем в раздел «Дополнительные настройки», затем «Сделать резервную копию и перезагрузить», удалить все данные «Сброс заводским настройкам» и выбираем первую опцию «Сброс настроек сети». И затем подтверждаем, нажав «Сброс настроек», и после этого сетевые настройки будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!